Привет, ребята, меня зовут Лесли, и я рада видеть вас на канале Боди. Как вы уже поняли, мы будем смотреть Влада А4. А перед началом ролика, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео, а также подписывайтесь на мой канал. Многие из вас спрашивают, почему у меня нет своего YouTube-канала. Но дело в том, что оно есть, вот оно, вот, называется Лесли. Вы можете подписаться, посмотреть мой клип, обязательно... Напишите свое мнение, которое мне очень важно. Я читаю все ваши комментарии и стараюсь все лайкать, поэтому не будьте бездушными и подписывайтесь на канал. Вот, на этом я думаю, что не буду вас задерживать. А ролик называется «Охота на сиреноголового в реальной жизни». Сиреноголов... Что? Как правильно ставится ударение? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну что ж, всем привет! Меня зовут Влад А4. И помните, ребята, привет! Недавно у нас была стычка с сиреноголовым. Слава богу, нам удалось... Стоп! У него голова сирены? А я-то думала, это какое-то сказочное существо. Хорошо. Удалось сбежать, и мы с пацанами пытались забыть этот день, как страшный сон. Но одна мысль не давала нам покоя. Мысль о том, что сиреноголовый по-прежнему остается в нашем регионе. Мы его встретили на... А в каком он живет регионе? Интересно. В той прогулке. Значит, в любой момент он может быть опасен. О, у него на руке написано А4. Для нас, для моей команды и для вас, подписчики. Поэтому мы решили с пацанами, что наша задача – прогнать сиреноголового с нашего региона. Последний месяц... С нашей территории. После роликов мы с пацанами ночами готовились. Серега отправился в тайную лабораторию. Кобяков набрался мужества и бесконечно тренируется. Ну а я целый месяц пытался выяснить, где конкретно сейчас обитает сиреноголовый. Да ладно, сегодня будет детективный ролик. Где он живет, где он спит и где он тусуется. Сейчас все объясню. Итак, давай. Встречайте, моя карта. Смотрите, что я выяснил. Я выяснил, что сиреноголовый... Ничего себе, у них там гардеробная. Мне просто взгляд падает на этот киндер и все, что находится на этом стеллаже. Ну, так, неплохо, неплохо, как фильм. Сиреноголовый раз в 10-15 лет меняет место своего жительства. Как мы помним, впервые сиреноголовый был замечен в Аризоне в 1960... Почему это похоже на сверхъестественное? В 1960 году. Там сиреноголовый впервые поп... А может, это отсылка на сверхъестественное? Попал на фотографию. Через 15 лет происшествия начали происходить в Индиане. Там начали пропадать люди. В 1995 году в Бразилии пропала целая семья. Ну а сейчас... Мне кажется, там будет потом пентаграмма нарисована. Ребята, в 2020 году сиреноголовый был замечен вот здесь. Таким образом, мы можем подвести итог, что сиреноголовый опасен для всего вот этого региона. Европа? Итак, проводим анализ дальше. Раз я точно уверен, что сиреноголовый находится где-то рядом, нужно было проанализировать все подходящие для него места. Мы знаем, что он обитает в заброшенных лагерях, на огромных заброшенных стройках и в непроходимых лесах. Также мы знаем, что это... Все то, что я ненавижу и боюсь. 12-метровый монстр. Я долго думал, где же он может обитать, и выявил два места. Первое и второе. И знаете что, ребят? Мы... Да ладно, фотография со спутника? Мне кажется, он находится вот в этом вот огромном ангаре. Этот ангар укромный, очень большой и заброшенный. Идеально для того, чтобы спрятаться сиреноголовому, правда? А еще это совсем недалеко от нас, поэтому пора собираться и давайте посмотрим, как там пацаны. Ты справишься? Мой милашечка просто тут. Вы мне все в комментах пишите: ой, боже, боже, вот ты опять со своим Кобяковым. Ну вам же тоже кто-то нравится из этой троицы, кого вы любите. Почему вы меня за это осуждаете? Я до сих пор не понимаю. Ты Кобяков, ты боец. Обычно в фильмах ходят на гвоздях или на стеклах. Справишься? Но это тоже больно. Я выносливый. Я самый сильный. Ребята, расследование и изучение фактов про сиреноголового — это, конечно, хорошо, но встречу с ним нужно быть готовым. В прошлый раз он настолько напугал меня, что в моей голове все перевернулось, и теперь я его вообще не боюсь. А еще мне придает смелости то, что я два месяца...
Блин, очень жаль, что я не смотрела прежние выпуски, потому что я сейчас не понимаю, к чему отсылки эти. Я затренируюсь, смогу ему навалять. Ребята, я бы еще пообщался с вами, но сейчас у меня одна из самых важных тренировок. Рукопашный бой. О. Что ты скажешь на мою фирменную двоечку, а? Это тебе за то, что напал на Серегу. А это за то, что пытался напасть на гелик Влада. А теперь... То есть не на Влада, а на гелик Влада. Фирменный удар. Над этим ударом нужно немного поработать. Да. Ребята, а теперь секретный удушающий прием. Сначала теряемся из вида, потом подкрадываемся сзади. И накидываемся, что есть мочи! Сдавайся, сиреноголовый! Против Кобякова у тебя нету шансов! Ладно, на первый раз прощаю. Сиреноголовый невероятный охотник и мастер маскировок, но я буду хитрее. Как может замаскироваться 12-метровое чудовище? Чем более незаметным я буду, тем больше у меня шансов подобраться к нему и застать его врасплох. Следующее упражнение будет посвящено искусству маскировки. На случай, если сиреноголовый будет прятаться в лесу, у меня есть идеальная маскировка. Я замаскируюсь под куст. Сиреноголовый может найти человека, но никогда не найдет дерево. Так, чтобы замаскироваться под куст, нужно думать как куст. Кусты не думают, они растут! О, нет, он похож на гигантского болотного монстра, а не на куст. Он там хоть что-то видит? Ой! Ребята неплохо подготовились. Ему, кстати, идет роль вот этого электрика-ученого. Пытка 36. Не знаю, как потерпела это правильно объяснить. Крах. Я нахожусь в секретной лаборатории, где когда-то исследовали сиреноголового. Ха. Я обнаружил очень много разных штук, связанных... А это похоже не на лабораторию, а на бункер из игры Left 4 Dead. ...с этим гуманоидом. А сейчас я собираю собственное изобретение. О! Это изобретение я назову в свою честь. Эмус. Сергей. Электромагнитная установка Сергея. Я припаяю к этой плате антенны. Совсем не ЧСВ. Включу вот эту красную кнопку, и эта установка будет излучать сильные радиоволны, которые парализуют сиреноголового. Проверяем тумблеры. Функционирует. Это моя 37-я попытка. Надеюсь, что получится. Давай. Ведь времени мало. Мы в тебя верим. Есть контакт. Последняя антенна. Так, вроде получилось. Будем надеяться, что работает. Теперь нужно подключить эту установку к компьютеру. Ну что, вставляем кабель в компьютер и запускаем диагностику. Ребят, работает! Ура! Кто здесь гений? Я. Пацаны, конечно, обрадуйтесь. Же я. Держись, сиреноголовый. Мы идем за твоей головой сиреневой. О, Серега! А я думала, потому что сирена. Серега, привет! Привет, пацаны, заходите. Офигеть, как у тебя много всего прикольного. Только ничего не трогайте. Офигеть. Блин, пацаны, я же сказал. Ладно, ладно, Серега, слушай, ты лучше расскажи, ты нашел что-нибудь полезное, что поможет нам уничтожить... А нужно было собрать, мне кажется, маленький прибор, потому что тащить с тобой компьютер и какое-то непонятное изобретение в, не знаю, в здание, но это не очень удобно. Как минимум, когда он будет бегать или прятаться, это все будет мешать. Ты на голову. Да шмальнуть этого гуманоида вообще из бластера и все! Тихо, 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 успокойся. Пацаны, я изобрел целую электромагнитную систему, которая поможет нам сделать ловушку. Но это еще не все. У них, кстати, очень прикольно роли подобрали. То есть один умный, второй такой энергичный, эластичный, а третий такой грубая сила. Ха! Смотрите, что я изучил. Смотрите сюда, пацаны. Ага, я изучил смотрим. Самые популярные звуки сиреноголового. Ого. И разгадал, что они означают. Итак, первый звук – чикагская сирена. Этот звук...
больше похоже на волчий вой. Звук используется, когда он появляется неподалеку. Ребят, запоминайте, это, наверное, отсылки, чтобы потом, когда они будут проходить через леса и стройплощадку, чтобы мы по звукам уже отличали. Давайте запоминать. Ого, есть. Так, ладно, идем дальше. А это что? Это звук воздушной тревоги. Когда вы... Блин, забыла, как фильм называется. Очень похоже звук. Слышите этот звук? Значит, сиреноголовый за кем-то гонится. Надо запомнить. Следующий звук. Ага. Чего? Подожди, это что, звук мороженщика? Да, его нужно остерегаться и бояться. Это приманка сиреноголового. Ни в коем случае не бегите на этот звук. А этот звук называется белый шум. Если вы его слышите, значит сиреноголовый спит. Надо запомнить. А следующий звук я записал, как сиреноголовый разговаривает на своем языке. Ага. Сиреноголовском. Все, Серега, выключай. Пора уже отправляться за головой этого монстра и расправиться с ним раз и навсегда. Да. Тут на Кобякова нашло. Погнали. Короче, Серега, собирай вещички свои, собирай свою плату и выдвигаемся. Давай, давай, давай. Быстрее, ой, быстрее, времени мало. Кобяков, подожди! Так, берем радиоприемник. Про второй не забываем. Опа, опа. Так, мегафон, наушники. Мне кажется, он все свое оборудование с собой возьмет. И мое секретное оружие — электромагнитная установка. Серега. Оно не сломается? Пацаны, бегу! По моим подсчетам, сиреноголовый где-то здесь. О! Идем сюда. Готовьтесь, сейчас будем различать звуки. Так, пацаны, это место будет нашим штабом. Давайте разложим все наше обмундирование и посмотрим, что... А я бы не раскладывала, вдруг он все сломает. У нас есть с собой. Давай. Пацаны, я пойду осмотрюсь, возьму с собой фотоаппарат. Если увижу сиреноголового, сфоткаю и покажу вам. Не поверите мне. Смотри аккуратно. Давай. Очень подозрительное место. Я хочу все отфотографировать. Давай. На полароид, чтобы у меня был материал для дальнейших расследований. А, это полароид? Я думала, это пленочный фотоаппарат. Следование. Так. Идем дальше. И потом на фото они кого-то найдут. По-любому. Есть легенды, что паранормальные явления запечатляются на камеру. И либо это видят только дети. Но так как они не дети, у них есть надежда, типа техника. Так. Ну что, подождем, пока фотографии проявятся. Да. Так, это что такое? Смотрите. Это точно темнота? Какая-то аномальная зона, потому что я делаю фотографии, а оно мне, смотрите, выдает белый шум и сплошные помехи. Вот что это? Это я здесь фотографировал? Ну, по моим показателям, сиреноголовый должен где-то здесь находиться. Но я не могу ошибаться, сиреноголовый 100% должен здесь обитать. Ну, конечно, 12-метровый. Если посмотреть на Влада, максимум его рост 180, ну, до 190 точно не доходит. А тут 12 метров! Думаю, самый лучший вариант — просто его немножечко подождать. Давай, точно да. Здесь. Так, что там у пацанов? Это точно аномальная зона. Смотрите, помехи и белый шум на фотографиях. Жесть вообще, ничего не понятно. Серега, какие идеи? Так, пацаны, нужно срочно расставлять аппаратуру и попытаться поговорить с сиреноголовым. То есть мы тянули вот эту вот всю огромную кучу техники, чтобы просто поговорить с ним? Серега, неужели ты не понимаешь, что он вряд ли будет общаться с нами? Он-то так на себя не похож. Так, 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 пацаны, пацаны. Он-то такой злюк. Расслабьтесь, давайте попробуем и твой метод, и твой. Но сперва предлагаю попробовать метод Сереги, узнать, зачем он вообще здесь. Да зачем пробовать метод Сереги? Я знаю, что его разговорить. Просто подходим и бам! Нет, давай сначала поговорим. Но всегда держи бластер наготове. Ладно. Пацаны, вот аппаратура. Идите расставляйте. А я вас скоординирую. Серег. Сейчас мы будем слышать шумы. Я жду координат. Иди к синему шкафу. Мне туда. Серега, а мне куда? Так, Кобяков, а ты иди к электрощитку, видишь же от тебя? Вижу, Серега, я пошел. Так, стой, 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 вот так, хорошо. Чуть-чуть правее, чуть-чуть. Вот сейчас хорошо. Спасибо, Кобяков. Все готово. Серега, я установил. Так, Владос, верни в сторону ангара. Так, в сторону ангара. Готово. Да-да-да, я словил сигнал, бегите сюда. Так, так, ну что там, какой сигнал? Че, нашел? Так-то-так, он уже рядом. Пацаны, слышите? Это он. В смысле он? Шипит.
он спит. Ты неж просто какое-то. Ага. Кобяков, ты что такой невнимательный? Я же говорю, это белый шум. Он спит. Белый шум значит, что сиреноголовый спит прям. Да! Прямо сейчас. Так, может, и не будем его будить? Подкрадемся и бомбанем его! Так, давай не спешить. Предлагаю при помощи Серегиной установки все-таки с ним связаться. Узнаем его сущность. Согласна. Я не уверен, что это сработает, но давайте попробуем. Бери, попробуй связаться, а я буду ловить сигнал. А я вас подстрахую. Блин, звучит как план. Попробую докричаться до сиреноголового. Сиреноголовый! Я знаю, что ты нас слышишь! Зачем ты здесь? Что тебе нужно? Сереж, ну как? Есть сигнал? Так, 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 я слышу, сигнал изменился. Что он говорит? Почти словил. Влад, попробуй еще. Хорошо. Кто ты, сиреноголовый? Откуда? На самом деле интересно. Куда ты появился? Ты че? Так, я записал. Пойдемте расшифровывать. Так, что там? Включаю. Ничего не понимаю. Очень похоже на русский язык, только как будто в обратную сторону. Непонятно ничего. Так, еще раз. Это 100% русский язык, только в реверсе. То есть в обратной перемотке. Блин, ну я не умею переводить так язык. Мои технологии тоже не способны на это. Подписчики, может, вы расслышали, что нам сказал сиреноголовый? Напишите в комменты. Я вообще ни слова не разобрала. Пробуй там перевести. Да я вам отвечаю, пацаны, пора уже палить с него со всех орудий. Спокойно, Кобяков, дай им еще раз попробовать, еще раз. Я начинаю слышать отдельные звуки, подождите. А вот это уже жутко. Сейчас надо быть осторожнее. После пробуждения он намного опасен. Он опять что-то говорит. Он хочет есть. Сиреноголовый хочет есть. Сиреноголовый ищет жертву. Время охоты. Ты что? Он голоден, ребята, он хочет нас съесть! Кобяков, будь готов! Я слышу какой-то звук, ребят! Опа, это звук охоты! Сиреноголовый, он заходит в ангар! Я сразу говорил, надо его лупасить! Так, беру бластеры! Пойдемте встречать! Он там, я его видел там! Смотрите! Какой огромный! Ничего себе! Так он не в ангаре получается. Игорь реально пришел сюда. Пацаны, нужно срочно ставить ловушки. Не парьтесь, я вас прикрою. Давай за мной. Так, пацаны, расставляйте ловушки, а мы пока с этим гуманоидом порезвимся. Давай. А мне кажется, он сюда не влезет. Держись, Кобяков. Он слишком большой даже для этого ангара. Кобяков, Серега, ловушки. Я не зря 2 месяца тренировался, поэтому я готов оказать ему сопротивление. Моя тактика такова. Ага. Нужно всегда передвигаться и теряться вокруг окружающих предметов. Так ты в оранжевом костюмчике, ты точно не затеряешься. Ну вот мы и остались вдвоем. Думал, мы тебя боимся. Слушайте, а неплохая графика, он реально как настоящий. Не тут-то было. И нифига, по-моему, это на него не действует. Пацаны, он очень огромный и быстрый. Я уже слегка подустал. Давайте быстрее устанавливайте ловушки. Иди сюда, гуманоид. Ого. У меня для тебя есть крупнокалиберный подарок. Давай. Вообще не потяну. Серега, залетай. Так, какой план? Так, в первую очередь надо настроить электромагнитную установку. Сейчас постараюсь правильно выставить все настройки. Ага. И когда Кобяков заманит сиреноголового сюда, мне удастся создать электромагнитное поле, чтобы... И заглушить его? Чтобы ввести его в ступор. Да, аппарат серьезный. Думаю, у нас есть шансы на победу. Сколько можно? Блин, походу не хватает мощности. Как? Что тебе нужно? Слушай, у меня как раз есть 3 огромных магнита. Может тебе пригодятся? О, отличная идея, давай тащи сюда. Интересно, насколько огромный? Как чувствовал, что пригодятся. Влад, осторожнее, не прислони к батарее. Ничего себе! Да, а то потом не отклею. Это правда огромные. Так, Серега, держи. Подойдет? Да, годится. Теперь нужно их расставить в 3 разных точках, чтобы получился треугольник. А я на него настрою свое устройство. Так что мы стоим? Давай быстрее. Пойдем, пойдем. Так, этот я поставлю здесь, а ты ставь возле того приемника. Ага. А третий куда? Туда. Так, раз, два. И третий туда. Серега, сюда. Да, все верно. Так.
Но он же шибёт. Ну что там? Слушай, Сиреноголовый уже рядом. Иди быстрее настраивай свои антенны. Пока Сергей настраивает свою эту плату. Вся надежда на Кобякова. Кобяков, отвлекай его! Как у него патроны не закончились? Магнит! Походу у пацанов все получилось. Бегу к ним. Ты должен был отвлекать. Пацаны, ну что у вас? Мы все установили, осталось, чтобы Серега просто запустил установку. Давай, Серега. Так, подождите. Нужно, чтобы сиреноголовый зашел в треугольник. Он как раз близко был. Ну что, видишь? Конечно вижу, как такую махину не увидеть. Давай команду. Почти, 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 Серега. Он остановился. Как остановился? Походу заподозрил что-то неладное. Значит, нужна приманка. Надо как-то заманить его. Так, я беру, пацаны, всю ответственность на себя. Серега, будь наготове. Сиреноголовый! Сиреноголовый! А ну иди сюда, я тебя не боюсь. Давай, давай. Давай сюда. Давай поближе. Иди сюда. Он наступил на магнит. Пацаны, давай, иди сюда. Вы готовы? Иди сюда. Давай. Он уже близко. Давай, Серега! Три, два, один, включай! Включаю. Его парализовало! Получилось, Серега, бери бластеры! Блин, а я думала услышать все звуки. Пацаны, пуляем по моей команде, готовы? Да! Раз, два, три, давай! А вообще бесполезно, что ли? Получается, ребята! Да. Он убегает! Давай, давай, нападай! Его ж вроде парализовало. Он ушел! Сиреноголовый ушел! Офигеть! Вот это бластеры! Вот это мощь! Ребята, я был прав! Да, ребята, это было круто! Мы, как всегда, спасли эту планету! Ну, если вам понравилось это видео, ставьте обязательно лайк! Ну, а с вами был я, меня зовут Влад4, Серега Кобяков! Всем пока! Пока-пока! Но вообще, по факту, он убежал, и есть вероятность, что он просто придет в другой регион и будет охотиться на людей, так как он, как я поняла, этот сиреноголовый кушает раз 15 лет, раз 15 лет меняет место жительства, а это значит, что они его не кикнули, то есть не убыбыбылы, а просто прогнали. А если они просто прогнали, это значит, что теперь другие люди в опасности, а им нужно было его как-то запереть, или как-то, я не знаю, замуровать. Значит, мы ждем следующую часть, чтобы узнать, куда убежал сиреноголовый и как его победить. Вот. А на этом все. С вами была Лесли. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на два канала Боди. Это канал Кайла Бенза и игровой канал, а также у них есть отдельный канал, посвященный только Владу А4. Что-то уронила. Также не забывайте про мой канал. Всем спасибо за просмотр и всем пока!